Оля, вы классно выглядите, мы вас не узнали. Не узнали? Супер. Сейчас, вот сейчас только начали понимать. Да-да-да. Расскажите. Табличка. Как готовить? Поделитесь секретом, да. Ну, секретом поделиться не буду, потому что я пишу книгу, и у меня договор с ними, да, и, собственно говоря, где-то через год будет книга, я расскажу, ничего абсолютно нет. Просто нужно психануть, просто нужно выйти на определенный уровень, нужно сдаться врачам. Никаких волшебных таблеток нет, никаких нет, как рекламируют в интернетах разных добавок, пояса. Коктейлей, пояса, да, там, ягоды Годжи или что-то такое. В общем, этого ничего нет абсолютно, но поработать нужно, в общем, многого лишиться в этой жизни. Поэтому, а книга говоря, это про диету? Книга будет не про диету, книга будет про авторская книга, про свою жизнь, начиная, ну, с моего сознательного возраста, где я помню практически все мелочи, с 12 лет, как шла, как что. И это будет один из разделов книги, как я, собственно, переступила и решила поменять этот образ в своей жизни. А вас удивляет, когда вот некоторые поклонники пишут в соцсетях: «Ой, Ольга, мы скучаем по вашему там образу». Нет, меня не удивляет, сколько от меня отписалось людей, сколько писали гадости, сколько писали. Писали сначала жирная мразота, уйди с телевизора. Сейчас похудела, пишут: верните мне эти телеса, эти массу, куда она все это дела. Говорит: все, образ утерян. Образ утерян, картонкова уже не та. В общем, собственно говоря, ну пойду помню, что ж теперь. Ну, слава богу, у меня профессия есть, пойду хотя бы по профессии работать. Люди глаза открывают, кажется, говорят, что я уже не та. Харизма, все время говорю, харизма, она врожденная, не приобретенная, поэтому не переживайте, никуда я не денусь. Найду что-нибудь и покажу вам, не переживайте, даже в этом весе. Ну, пока не верят, половина верит, половина не верит, в общем, там все разделились. Ну, многих людей расстроило, конечно, очень сильно расстроило тем, что перешла на другую. Просто не хватает сил в воле. Возможно, да, я не обижаю этих людей, я даже не реагирую на них. Абсолютно. Я делаю для себя какие-то выводы. Возможно, у них нет силы воли. Возможно, они просто априори такие люди злые, хотят просто обидеть, насолить. А возможно, действительно расстроились. Но есть же люди, вот, которым нравятся вот такие вот, на двух стульях сидящие, потеющие женщины, как я пребывала в то время. Ну, наверное, скучают по той воле. Ну, извините. На самом деле, это шутка ли сказать? Сколько, Оль? 83,5 килограмма. Минус, естественно. 3 килограмма. Это отдельно с другими ребятами ездит, сейчас гастролирует. Просто кризис разделилась пополам ровно. И поехала в отдельный тур.